прямо перед болотом. Вот парковаться не будет. Есть классная парковка у вас? Есть парковка лента. Ой, не лента, а тележки. Далеко больно. Далеко больно, я понимаю. Хорошо, вот скажите, стоит сейчас двенашка здесь, ваш автомобиль стоит. Сейчас, не дай бог, пожар или еще что-то. Как пожарной бригаде проехать? Плохо. Не, а что, пускай платные парковки снимают, ставят для людей. Строят для чего такие свечки? Вот смотрите, застройщики строят, да, вот дома, да. Застроят точечно. Точная застройка уже. А о людях они не думают. Сейчас у каждого чуть ли не две машины в семье. Согласовывают дорожные знаки, и установлены они здесь были для того, чтобы техника, спецтехника могла проехать. Тоже не просто так, чтобы пожарная техника могла проехать. Не, мы, конечно, помощь. Все понимаем, все жители района все это понимают. Но обеспечить парковку-то они были обязаны вообще. 51, то, что вы правильно свидетельствуете против себя и своих близких родственников, также статья 25.1 Кодекса административных нарушений, то, что правило ознакомиться с материалом дела, давать объяснение за вероятность, то пользуется юридической помощью защитников. И здесь управление.